Так что же вас беспокоит, графиня? Меня беспокоит сон, доктор. Он преследует меня вот уже несколько дней, один и тот же сон. Будто я работаю в Москве, в столовой номер 9, в 1993 году. Вы сказали в столовой. А что это такое? Ну, это кафе, только очень грязное и много пьяных. А, трактир. И кем же вы там работаете? Посудомойкой. Меня зовут Маша Степанова, мне 20 лет, я лимитчица и живу в общежитии. Угу. Графиня, вы не могли бы вспомнить какие-то детали, которые вы видите в этом сне? Да. Там у нас украли 4 килограмма сахара. Семену Борисовичу его прислали с проводником из Киева. Он спрятал его в сейф, и вот теперь он пропал. А кто такой Семен Борисович? Семен Борисович – это наш бухгалтер. Довольно мерзкая личность. Он все время пристает ко мне. Там есть еще один тип в пальто. Тоже неприятный субъект. Он всегда слегка пьян. Предлагает стать мне его любовницей. Говорят, он очень крутой. В каком смысле? Крутой, ну такой, разбойник. У него большое авто, он катает на нем валютных проституток. Каких проституток? Ну, такие проститутки, которые работают за доллары, франки, не за рубли, в общем. А чего же они не берут рубли? Ну, кому не нужны деревянные? Однако. Ну что, графиня, мне кажется, у вас венус дистродиус. Нервное переутомление. Я рекомендую вам отдых в Крыму. Мы как раз собираемся с мужем ехать туда. В таком случае, привет, граф. К портному. Слушаюсь. Что вы думаете? Великолепно. Это платье как будто бы создано для вас. Благодарю вас, господин Штокман. Не могли бы вы прислать мне его завтра, не позднее 11 утра? Да. А это что за платье? Это платье принадлежит княгине Полонской. Как? Варе Полонской? Отчего вы мне не предложили этот фасон? Этот фасон княгиня получила от знаменитого версальского мастера мсье Ришара. Значит, княгиня будет завтра в нем на бале? Полагаю, да. Дмитрий. Что случилось, графиня? Граф, я не могу быть завтра на бале. Но это невозможно. Вы прекрасно знаете, что бал дается в честь великого князя. Не присутствовать на нем, это значит оскорбить императорскую фамилию. Но присутствовать там только для того, чтобы своим убогим туалетом оттенять блеск княгини Полонской. Нет, увольте. Это выше моих сил. Отчего вы так решили? От того, что я только что видела платье,
в котором княгиня будет завтра. Ах, вот в чем дело. Поверьте, графиня, вы такой бриллиант, который не нуждается ни в какой оправе. Степан, подай мне кофе в кабинет. Мне надо закончить доклад императору. Радио России. Фирма «Диалог Оптим» осуществляет срочные платежи из России в страны СНГ и обратно. Телефон в Москве 335-0788-335. Может, его мыши съели, Семен Борисович? Да какие мыши? Мыши. Как мыши могли сейф открыть? Зачем его в сейф положили, Семен Борисович? А куда мне его класть, когда кругом воруют? Да, 4 килограмма сахара сперли. Если до 12 часов никто добровольно не вернет, я заявлю в милицию. Работайте. Степанова, постой-ка. Степанова, хочешь фильм по видео посмотреть? Нет. Ну что ты такая? Поедем, коньячку выпьем. Поедем. Да никуда я не поеду. Дура, я ж люблю тебя. Алло, пойди сюда. Чего? Пойди. В кино сняться хочешь? А что за кино? Да я тут фильм начинаю. О путче. По заказу британской компании. Политический триллер. А кого я там играть буду? Будешь играть главную героиню. Героиня – студентка университета. Защитница Белого дома. Президент поручает ей пробраться в расположение 48-й воздушной центр дивизии, чтобы узнать время, на которое путчисты назначили штурм Белого дома. Командир дивизии, генерал-майор Расторгуев, убежденный коммунист, обещает сообщить студентке час икс, только в том случае, если она отдастся ему. Студентка – невинная девушка. Кроме того, за ней ухаживает студент-демократ с филфака. Во имя победы демократии соглашается вступить в половую связь с путчистом. Ну что, согласна? Согласна. Ага, тогда поехали на съемку. Товарищи, нужен доброволец для постного задания. Кто согласен пойти? Какая замечательная у нас молодежь, Олег. Кого же выбрать? А вот девушки у мини-юбки. Мне кажется, она подойдет для этого задания. Как вас зовут, девушка? Подойдите. Меня зовут Маша Степанова. Президент поручает вам проникнуть в расположение 48-й десантной дивизии. Вы должны узнать там, на который час пучисты назначили штурм Белого дома. Вы должны вернуться не позднее 6 утра. Помните, судьба демократии находится в ваших руках. Стой, кто идет? Мне необходимо видеть командира дивизии. Сокол, я Ястреб. Тут красивая девушка в мини-юбке хочет видеть командира дивизии. Пропустить. Значит, вы хотите знать, когда мы пойдем на штурм Белого дома? Да, генерал. Семен Борисович. Я не Семен Борисович. Но вы же бухгалтер из нашей столовой. О, нет, я не бухгалтер.
Я генерал-лейтенант Расторгуев Иван Иванович. Командир 48-й десантной дивизии. Товарищ генерал, чай подает? Нет. Есть. Какая вы, однако, эффектная в этой мини-юбочке. Что ж, я сообщу вам час икс, но только в том случае, если вы вступите со мной в половую связь. Никогда. Даже ради победы демократии. Ты будешь моя. Нет, не буду. Нет, будешь. Нет, не буду. Попалась. Пусти. Демократка. Пусти. Я тебе покажу, где раки зимуют. Пусти. Пусти, коммунист проклятый. Что с вами? Вам что-то приснилось? Мне приснилось, что мной пытался овладеть Семен Борисович. Какой Семен Борисович? Бухгалтер из нашей столовой. Бухгалтер из столовой? Графиня, о чем вы говорите? Но это все во сне, граф. Я спешила в Белый дом, чтобы передать президенту, что штурма не будет. А Семен Борисович... Графиня, вы были у доктора? Была вчера. Он сказал, у меня небольшое переутомление, необходимо ехать в Крым. Прекрасно. Полагаю, чем скорее, тем лучше. Как только я выступлю с докладом на Государственном совете, мы тут же поедем в Крым. Платит господина Штокмана. А, то самое. Покажите-ка мне его, параша. По-моему, превосходно. Вы не видели платье Полонской? Параша, велите Мафею подать мне кофе и в кабинет. Мне необходимо закончить доклад императору. Параша, подай-ка мне платье. Знаешь, Параша, дай-ка мне ножницы. Ножницы? Да, да, ножницы. Князь и княгиня Полонские! Полонская сегодня необыкновенно хороша. Несомненно, она будет фавориткой бала. Подождем ее соперницу, графиню Призорову. Граф и графиня Призоровы! Произвела настоящий фурор, Шарани. Посмотри на Полонскую. Сейчас она упадет в обморок. Позвольте засвидетельствовать наше почтение, Ваше Высочество. Настоящий скандал. Не то слово, доктор. Представьте, великий князь, великая княгиня, весь свет. И моя супруга вот в такой юбке. Но почему ей в голову пришла такая мысль? Дело в том, что в своих снах она ходит именно в такой юбке. Да, странные сны у графини. Странные, не то слово. Представьте, сегодня ночью она увидела во сне меня. Знаете, чем я там занимаюсь? Чем? Торгую на Арбате. Порнографическими фотографиями.
Да-да, доктор. Моя супруга позирует мне совершенно обнаженную, в непристойных позах. Я ее фотографирую. Потом всю эту мерзость продаю на Арбате. По 500 рублей за штуку. Помилуйте, ваше сиятельство. Зачем вы это делаете? Ну, жить-то как-то надо. Я же на пенсии. А цены сумасшедшие. Хлеб 43 рубля. Что, за пуд? Пуд. Булка, одна булка. Колбаса останкинская 1750 рублей. Причем далеко не первой свежести. Яйца 352 рубля десяток. Простите, что-то. Видимо, я тоже не в себе. Однако эта обстановка очень действует на нервы. Странно. Весьма странно. Ну, хорошо. Я вам дам микстуру. Это новейшее германское средство. Мне прислал ее мой коллега, профессор Золенберг из Берлина. Чудный человек. Думаю, это избавит графиню от кошмаров. Будете давать по 2 чайные ложки каждую ночь перед сном. Благодарю вас, доктор. Держите меня в курсе. Ядро покруче. Покруче. А. Улыбочка. Улыбочка. Посексуальнее, посексуальнее. Ну, посексуальнее, посексуальнее. Ну, еще посексуальнее. Ну, что такое? Я больше не могу. Значит, ты хочешь, чтобы я умер голодной смертью? Нет, не хочу. Но сниматься голой больше не буду. О, блин. Пойми, каждая твоя фотография стоит 500 рублей. Если бы не это, мы бы давно уже умерли с голоду. Черт бы драл этих реформаторов. А вы не пейте виски по 10 тысяч рублей за бутылку и не курите сигары. Ты что хочешь, чтобы я пил эту кислятину? Которую ты купила на рынке. Вы говорили, что фотографируете меня для шоу в Калифорнии, а сами. Торгуете именно Арбате. В Калифорнию я уже послал, жду ответа. Это на рампе ты, Жека. Меня нет дома. Вам кого? Я по объявлению. По какому объявлению? В московском комсомольце. Бисексуал ищет состоятельного друга-спонсора или подругу с причудами.
оплата в СКВ, и тут ваш адрес. Это какая-то ошибка. Как ошибка? Адрес-то ваш. Что здесь происходит? Какой-то маньяк-сексуал дал объявление на наш адрес. Так я ошибся или нет? Нет-нет, заходите. А? Прошу вас. Мерси. Вы минус или плюс? Я плюс. А, значит, я минус. У вас валюта при тебе? У меня валюты нет. Я плачу в рублях по коммерческому курсу. Здравствуйте, там же русским языком написано. Оплата в СКВ. Но я плачу по 1200. Нет, милейший, нам деревянные ни к чему. Давай, вали отсюда. Вали, живо. Вот нахер. Давай. Вот жулик, а. Граф, вы что, сбрендили? Ну, что поделаешь, Машенька. Нужда заставит. Это ты к нашему правительству дорогому. Довели пенсионеров до ручки. Ну, ладно, ты давай займись ужином, а мне пора на работу. Мани, Deutsche Mark, доллар. Порно, а? Блин. Почем? 500. И это? Да давай, бери или проваливай. Ну ладно, давай вот эту, за доллар. Позвольте взглянуть. А? Какая эффектная девушка. И почем? 500. Необыкновенно хороша. Вот кого нам надо в правительство. Да. А вы, простите, откуда будете? Мы члены правительства. Гуляем здесь по Арбату. А. Нам как раз нужен министр экономики. Молодая, эффектная женщина. Так это то, что вам надо. Да мы и смотрим. Хорошая девушка. А нельзя ли с ней познакомиться? No problems. Мы тут неподалеку живем. У нас лимузин. Ага. Пойдемте. Поехали. Ну я же не справлюсь. Я же простая посудомойка. А мы что, академики, что ли? И ничего, справляемся. Винца не хотите? Можно по стаканчику. Но почему вы выбрали именно меня? Дело в том, что главная задача министра экономики – выбить кредиты из Запада. А что это может сделать лучше красивой, обаятельной девушке? Банкиры, они знаете, какие все? Знаем. Пожалуйста. А? Будем. Может, еще по стаканчику? Можно. Нет, нам пора. У нас совещание у президента. Позвольте вам представить нового министра экономики, товарищи. Отводов, вопросов нет? Нет. Верховный совет утвердит? Утвердит. Да гнать надо этот Верховный совет. Тише, Эдуард. Ну что, нет больше вопросов, Степан? Нет. Пусть работает. Поздравляю вас, товарищ Степанова. Ну что там у нас еще по повестке? Хохлы вот бузят. Чего они это там опять хотят? Сахар нам не дают. Почему? Не хотят. Черти. Ну, что будем делать, товарищи? Надо послать им телеграмму. Пусть дадут сахар. Правильно. Пошлем им телеграмму. Во-во, верно, телеграмму. Телеграмму. Что у нас еще? Завтра прилетает представитель Международного валютного фонда барон Доминик.
А, вот это важно. Как бы так сделать, чтобы они нам денег дали побольше, а? Этот барон такая лиса. Я с ним в Париже переговоры вел. Трудно его будет расколоть. Для этого мы и назначили министром экономики Степанова. Вы уж постарайтесь, товарищ Степанов, чтобы они как можно больше нам денег дали. Ну что, все? Тут телеграмма пришла из Казани. Из Казани? И чего там? Ну, хотят, чтобы мы с ними в футбол сыграли. Правительство на правительство. Да черти, чего думали, а? И на чьем поле? Тут не написано. Что будем делать, товарищи? Они нам накостыляют. Татары, они ужас какие здоровые. Что же делать? А пусть с ними Верховный Совет играет. Правильно, Эдуард. Пусть Верховный Совет отдувается. Разрешите представиться, товарищ министр, начальник охраны майор Пантелеева. Степанова. Мой супруг граф Призоров. Здрасте. Прошу. Какой хлеб красивый. Хлеб-соль. Столовая, гостиная, правительственная связь, кабинет и спальня на втором этаже. Скажите, а речка у вас здесь есть? Бассейн. Если я вам понадоблюсь, нажмите вот эту красную кнопку. Неплохо. Ну, государство создало все условия для того, чтобы ты смогла плодотворно трудиться. Материальные блага для меня не главное. Главное – оправдать доверие президента и вывести страну из глубочайшего кризиса. Совершенно с тобой согласен, Маша. Разрешите? Вы новый министр экономики Степанова. Совершенно верно. А мы, ваши соседи, это замминистра обороны, генерал-полковник Клочков. Его дача слева от вашей. А это министр сельского хозяйства Иван Иванович Курочкин. Его дача справа от вашей. А я министр культуры Брусков Букеев. Моя дача как раз сзади вашей. Очень приятно. Мой супруг, граф Призоров. Очень приятно. А мы как-то шли тут мимо. Дай-ка, думаю, зайдем, познакомимся. Ну и правильно сделали. Проходите. Пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Кто что будет пить, товарищи? Я джин с тоником. Я виски. А я водку. А вы, граф? А я, пожалуй, коньячка дерну. А я выпью стакан сухого вина.
Давайте выпьем, товарищи, за возрождение нашей России. Давайте. Давайте. Закусывайте. До революции Россия занимала по поголовью свиней второе место. А сейчас поголовье свиней значительно сократилось. Потому что нечем кормить свиней. Да, если Запад даст нам кредит, и мы купим на эти деньги зерна, накормим поросят, у нас вырастет поголовье свиней. И тогда наш народ снова сможет хорошо питаться. Когда народ сможет хорошо питаться, он будет хорошо работать. А тот, кто хорошо работает, тот хорошо живет. А тот, кто хорошо живет, у него же на душе весело. Он не пьет водку. Он ходит в музеи, в театры. И тогда начинает развиваться культурное развитие начинает. Когда начинается культура, становится меньше хулиганов на улице. Да. У нас еще достаточно немного культурных людей. Поэтому многие пьют водку. Многие гонят самогон. И многие дерутся на улицах. И воруют все, что плохо лежит. Да все это потому, что это от недостатка культуры. Ну вот если Запад даст нам кредиты, мы же можем пустить их на развитие культуры. И тогда у нас будет больше культурных людей. Одним словом, как ни крути, нам необходимы западные кредиты. Вся надежда на Степанова. Мы с вами находимся в аэропорту Внуково. С минуты на минуту здесь приземлится самолет с представителем Международного валютного фонда бароном Домиником. Он проведет переговоры с министром экономики России Степановой. Марья Ивановна, что вы ждете от предстоящих переговоров? Мы предполагаем получить максимальные кредиты под минимальные проценты. Ну что ж, ни пуха вам, ни пера. Специально для вестей Ольга Кукина. Ну, Степанова, теперь не уйдешь. Да. Барон, мы хотели бы знать, на какие кредиты мы могли бы рассчитывать. Oh, not on any. Not till you've paid back the old ones. Ни на какие. Пока старые не отдадите, новые не получите. А как же вам старые отдадим, если новых не получим? Well, that's your problem. But they have to be paid back. You know, the problem with you people is you don't save enough money. We're not rolling in the stuff anymore either, you know. Как хотите, так и отдавайте. На вас не напасешься. У нас, знаете ли, тоже денег нет. От террас приехали. У вас нет, у нас нет. А где же деньги-то? Куда они приехались? I don't know either. Не знаю. Ну, ладно. Давайте еще по маленькой. Недостаточно. Ну, хорошо. Вы нас извините, мы вас покинем на мгновение. Нам позвонить надо. Ага. Ага. Что же делать? Денег-то у них нет. Ты поверил. Но у них там денег куры не клюют. А как же их получить? Как? Ты должна ему понравиться. Гляди, какой он авантажный. Он на меня не смотрит. Там сидишь, как чучело. Ты ему там подмигни, коленку покажи, пуговку расстегни. Возьми, клюнет. А если не клюнет? А не клюнет, мы его на весь мир ославим. За изнасилование. За какое изнасилование? Я сейчас музыку скажу. Ты пригласи его на танец. Как только почувствуешь, что он возбудился, да? Угу. Зови его к себе в номер. Как только зайдет, сразу раздевайся и кричи: на помощь, насилуют! А тут тебя со своим фотоаппаратиком. Вот пусть потом выбирает.
между фотографией в «Нью-Йорк Таймс» и кредитами с Запада. Это же мерзко, граф. Мы же не для себя это делаем. Для Родины. Ну, давай, давай, давай. Приглашай. Did you make your call? Ну что, позвонили? Позвонили. Where's the count? А где граф? Граф уехал домой. У него мама заболела. Теперь мы одни. Потанцуем? Я от русских женщин голову теряю. Тогда, может быть, поднимемся в номер? Let's go. You take the key. Вот вам ключ. Поднимайтесь. А я беру вино и лечу за вами. Семен Борисович. Попалась. Гутен Морген. Ах ты, собака, стой! Не уйдешь! Ну, проститутка! Стой, говорю! Гадина! Врешь, не уйдешь! Теперь не уйдешь! Я тебе покажу, где раки зимуют. А ну не угости! Не угости, говорю! Хоть бы шампанским угостили! Вот это другой разговор. А то, понимаешь, строит из себя пионерку. Пойдем, по стаканчику выпьем. Ох, задам я тебе перца, Степан. Ох, задам. Ах, ты проститутка! Ай! Ну, держи, Степанова! Забавай, да сделаю! Ах, коза! Ну, я тебе задам! На помощь! Насилую! Все, теперь у нас на крючке. Что за черт? Кто это? Это Семен Борисович, наш бухгалтер. И что же было дальше? Судя по словам графини, потом был большой скандал. Пресса, как у нас водится, подняла невообразимый шум. Графиню вывели из кабинета министров. Доктор, избавьте меня от этого кошмара. Успокойся, успокойся, дорогая, успокойся. Успокойся.
граф, я могу переговорить с вами наедине. Прошу прощения, графиня. Доктор, право, меня тревожат эти кошмары, которые преследуют мою жену. Да, я понимаю. Скажите, граф, ну, разумеется, между нами, вы никогда не замечали за графиней некоторых странностей? Что вы имеете в виду? Обратите внимание, в ее снах постоянно присутствует образ некоего бухгалтера, который маниакально пытается овладеть ей. О, нет. Доктор, поверьте, графиня здоровая, вполне нормальная женщина. Но эти фотографии в двусмысленных позах. Кстати, вы никогда не интересовались фотографированием? Что вы имеете в виду? Эти невинные мужские жалости на журналы с фотографическими открытками фривольного содержания. Вас никогда не интересовали? Помилуйте, доктор, я никогда не смотрел никаких подобных журнальчиков. Отчего вы это спрашиваете? Видите ли, граф, ведь сны не являются плодом нашей фантазии. Нет. Они только отражают окружающую нас действительность. И вот что меня беспокоит. В жизни я не нахожу аналогов тому, что видит графиня во сне. Я не совсем понимаю вас, доктор. Ну, то, что она вас видит во сне, продающим эти непристойные фотографии на улице. Может, у нее есть какие-то основания для этого? Вы забываете, доктор. Как вы поймете, исследование подобных явлений... Избавьте меня от подобных исследований, доктор. Ну что ж, я все больше убеждаюсь, что случай с графиней необычный. Естественно, у меня есть по этому поводу свое мнение, но я бы хотел показать графиню месье Ренуару. Кто это? О, месье Ренуар – это крупный исследователь в области снов и сновидений, почетный член Берлинской, Парижской, ну и Петербургской академии наук. В таком случае не будем медлить, доктор. Thank you.
Ну, приступим. Снимите шляпу. Не бойтесь. Сейчас постарайтесь сделать то, что я вам скажу. Сейчас вы будете спать. Закройте глаза. Закройте глаза. Вы спите. Вы сейчас будете спать. Вы уже спите. Вам снятся сны. Что вам там снится? Не хватай меня за задницу, мент поганый. Превосходно. Не понял, что она сказала. Тише, тише, господа. Что вы еще там видите? Я просто тащусь от тебя. Лех, Лех, Леха, мне без тебя так плохо. На сердце суматоха, я правду говорю. Что это такое? Это монстры рока в борьбе за мир. Кто-кто? И я, Маша Степанова, Sexy Girls. Кто хочет меня, мальчики? Да. Поразительный случай. Да. Бухгалтер, милый-милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер. Что же ей там снится? Наша тусовка продолжается. И вместе с нами тусуется Дима Призоров. Кто? Начинаешь бояться, ты ушел под стол, но мучает жажда. Прекратите, ты скоро придешь назад. Просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь. Дорогая, успокойтесь, успокойтесь. Какое горе. Так, пройдемте со мной, господа. Господа, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с редчайшим случаем. Графиня во сне живет в 1993 году. То есть через 100 лет. И сновидение? В какой-то степени. Видите ли, есть люди, которые владеют даром ясновидения весьма осознанно. Ну, Нострадамус, который предсказал Наполеона еще в 16 веке. А есть люди, к которым этот дар приходит во сне. Тогда их сны отражают не ту реальность, в которой они живут, а то, которое произойдет через 100-200 лет. Ну, такие случаи известны науке, например, преподобный Безвинутов. Послушайте, как вас там? Сиренуар. Сиренуар. Ну, это же какой-то бред. Это не может быть никакой реальностью ни через 100, ни через 200, ни через 1000 лет. Но вы
мент поганый. Я тащусь? Это что, реальность? Граф, однако 100 лет – это большой срок. Весьма вам признателен, господа. Честь имею. Дорогая, что там за страна у вас? Что? Ну, что за страна, которую вы видите во сне? СНГ. А что это такое? Не знаю. Да они сами не знают. Однако же, там есть правительство. Там у них много правительств. Что значит много? Кто-то ведь руководит державой. Царь там есть? Нет. Они давно без царя живут. Куда же он подевался? Не знаю. У них там какая-то революция произошла. С тех пор они стали без царя жить. Значит, демократическая республика. Как у французов. Не знаю. Да они сами ничего не знают. Но какое-то устройство должно быть у государства. Какой-то порядок существует в стране? Да нет там никакого порядка. Как же может такая держава существовать? А вот существует. Ваше сиятельство, он здесь. Проси. Простите, месье Ренуар, что обеспокоил вас в столь поздний час, но дело мое не терпит отлагательства. Я всегда к вашим услугам. Месье Ренуар, нельзя ли сделать так, чтобы я сам смог увидеть то, что снится графине? Это весьма затруднительно. Месье Ренуар, это архиважно для меня. Ну что ж, я попытаюсь. Графиня спит? Да, она в спальне. Пройдемте к ней. Сядьте у нее в изголовье. Смотрите в лицо графини. А теперь закройте глаза. Сосредоточьтесь. Сейчас вы будете видеть сон графини. Что вы чувствуете? Свет. Яркий свет. Он бьет мне в глаза. Дамы и господа, начинаем наш конкурс на лучший бюст СНГ. Рудастые, сиськастые, ваш час! Пробил!
наше авторитетное жюри. Председатель жюри, член комиссии Верховного Совета по вопросам этики, доктор искусствоведения Эдуард Потемкин. Члены жюри, известный бизнесмен Игорь Бек. Американский конгрессмен-демократ Джон Смит. Председатель ассоциации «Мир детям», писатель-сатирик Ефим Альперович. Генеральный директор концерна «Тюменьнефтегазстрой» Равиль Гизатуллин и генеральный спонсор нашего конкурса господин Мышкин. С особым удовольствием хочу заявить, что в нашем конкурсе принимает участие джаз-оркестр 7-й дивизии Бундесвера под руководством Германа Майера. А также самая крутая рок-группа СНГ «Ржавые гвозди». Но прежде, чем первая участница конкурса предстанет на суд жюри, я хочу предоставить слово проповеднику Евангелистской церкви штата Миннесота, отцу Брауну. Братья и сестры, в детстве я был очень нехорошим мальчиком. Я курил, пил джин с тоником. Воровал и занимался анонизмом. Я доставлял очень большое горе моим родителям. Вот однажды, выпив в очередной раз бутылочку джина, я смотрел телевизор и вдруг увидел, что диктор обращается прямо ко мне. Все, Боб, хватит. Кончай все эти дела, не то будет плохо, сказал он. И я понял, что это не диктор обращается ко мне, а сам Господь Бог предупреждает меня об опасности моего поведения. Аллилуйя, братья и сестры, Господу Богу и Сыну Его Иисусу. Аллилуйя! 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 Мне также приятно сообщить, что отец Браун подарил каждой участнице нашего конкурса по Библии и по бутылке калифорнийского вина. Братья и сестры. Спасибо, братья и сестры. Братья. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем наш конкурс. Я вызываю на сцену участницу под номером 1. Мария Степанова. Россия! Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Скажите, Маша, вы работаете или учитесь? Я работаю в столовой номер 9 и учусь заочно в педагогическом институте. Скажите, Маша, вот ваши груди представляют Россию. Вы чувствуете ответственность? Да, очень большую. Мне очень бы хотелось победить в этом конкурсе. Да. Скажи, Маша, пока нас не слышат остальные участницы нашего конкурса, а ты боишься кого-нибудь из них? Нет, не боюсь. Но мне очень нравятся бюсты девочек из Молдовы и Таджикистана. Да, я тоже обратил на них внимание. Хочу напомнить уважаемым зрителям, что все средства от нашего конкурса пойдут на восстановление храма Христа Спасителя. А зритель, который сделает наибольший взнос, получит право поцеловать понравившуюся ему участницу в грудь. Итак, кто хочет поцеловать Марию Степанову? Стартовая цена 1000 рублей. 1500. 1500. 2000. 2000. 2000. 2000 рублей. Раз. 2900. 2900. 2900. Раз. 15 000! 15 000 раз! 15 000! 2! 15 000! 3!
Каждый человек, назвавшего сумму 15 тысяч, подняться на сцену. Поприветствуем победителя! Таинственный незнакомец. Кто же вы, мистер Икс? Ой, Семен Борисович. Да, это я. Какая страсть. Все, молодой человек, молодой человек. Пустите же. Графиня, проснитесь. Графиня. Граф. Граф. Это какой-то ужас. Мне опять приснился кошмарный сон. Успокойтесь, успокойтесь, дорогая. Что вам приснилось? Мне приснилось, будто я принимаю участие в конкурсе. В конкурсе. Грудастых и сиськастых. Господи, это какой-то кошмар. Неужели все это будет? Увы. И нет спасения? Не знаю. Ваше Величество, господа, будущее России темно и туманно. Если представить себе человека, способного заглянуть в ее будущее лет этак на 100, то что откроется его взору? Всеобщее падение нравов, распад великой державы, обнищание населяющих ее народов, рыскающих подобно диким зверям в поисках куска хлеба. Массовое впадение в идиотизм. Да что он говорит, не понимаю, нет. Для несчастных российских женщин самой престижной профессией станет профессия валютной проститутки. Да, да, господа, проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и за доллары североамериканских штатов. А чего же не за рубли? Да кому они нужны, деревянные? Ведь рубль будет стоить дешевле бумаги, на которой его печатают. Да бросьте! Но позвольте, Дмитрий Николаевич, отчего столь мрачные картины возникли в вашем воображении? От того, Ваше Величество, что если сегодня мы не произведем необходимые перемены в нашем обществе, не произведем их разумно, под надзором правительства и государя, то скрытые от нашего взора противоречия приведут к неминуемому взрыву, к революции, а следовательно, к хаосу и беспорядку. И какие, по вашему мнению, перемены должны быть произведены? Прежде всего, передать землю крестьянам, привлечь рабочих к управлению заводами и фабриками. Да он социалист! Далее. Социалист. Дать низшим классам возможность принимать участие в управлении государством. Я патриот России.
Граф, вы произвели настоящий скандал. Все газеты пишут о вашей отставке. Слепцы. Они погубят Россию. Что же вы намереваетесь сделать? Не знаю. Граф. Милый мой граф. Давайте уедем в деревню. Представляете? Лес, поле, река. Мы так давно не были в нашем имении. Может быть, там мне перестанут сниться кошмарные сны. Дома. Князь, вьюга! Князь! Соскучился. Степанова, спишь, что ли? Степанова, иди посуду собери, закрываться скоро. А я дачу купил. Да? Поздравляю. Хорошую? Хорошую. Правда,
старая, но я ремонт сделаю. Не дача, дворец будет. Хочешь, поедем, посмотришь. Вы же опять приставать будете. Клянусь, пальцем не трону. Ну ладно, поехали. Видишь, это моя дача. А кто здесь раньше жил? Туберкулезный диспансер был. Вот тут я вагонкой обошью. А крышу железом покрою. Мне Славка обещал уже 50 листов. Оцинкованного. А вот здесь вот камин сделаю. Вот собака. Паразит этот Славка всегда бросит всех.